Свой день рождения художники отмечают по-особому – выставкой. В Ивановском областном художественном музее открылась экспозиция, приуроченная к 60-летнему юбилею Александра Антохина. Сотрудники музея постарались представить работы таким образом, чтобы был виден весь диапазон возможностей мастера. Мы постарались отразить максимально периоды его творчества. Это и ранние вещи конца 80-х, начала 90-х, и самые свежие его работы 2014 года. Очень разные по технике, и по идеям, и по настроению. По словам сотрудников музея, эта персональная выставка наиболее крупная из всех, что были, но и она не отражает всей многогранности автора. Александр Антохин известен как художник-монументалист. Ему принадлежат несколько больших интерьерных работ. Кроме того, он расписывает храмы. Я сейчас как бы мало пишу, потому что основная у меня деятельность – расписывать храмы, сейчас которые уже вот за эти 10 лет почти 10 храмов расписали. Поэтому это как бы у меня вторая работа, живопись. Только сейчас я приехал из Братска, буквально 20 дней назад, этот последний храм был. И в Иванове храме мы расписывали, значит, Ильинский храм, мы реконструировали его. Ну, и в Москве, в Иркутске. Александр Антохин работает в разных жанрах. Это и станковые картины, и портреты. Специально к этой выставке он написал несколько натюрмортов. Но прежде всего художника знают как мастера русского лирического пейзажа. Ему интересны какие-то такие очень тихие сюжеты, да, казалось бы, невзрачные, может быть, даже. Но как он их раскрывает, то есть чувствуется, что для художника это дорого и близко, так скажем. То есть для него такая вот, может быть, медитация через живопись, то есть какое-то отражение внутренних его состояний, эмоций. Новая экспозиция расширяет знания художники, позволяет проследить его искания и творческие предпочтения. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.